Ежегодный областной конкурс «Ритмы века» в самом разгаре. 17 марта на сцене Центра культуры и молодежной политики Десногорска прошел его второй этап. Детские самодеятельные коллективы из Починка, Рославля и Десногорска показали свои конкурсные номера. В состав жюри вошли представители профессорско-преподавательского состава Смоленского государственного института искусств. Это известные специалисты в области хореографии, деятели культуры и искусства Российской Федерации. Хореографическая программа была представлена классическим, народным, эстрадным и современным танцем. Также был номер формата стрит-шоу. В программе дня было заявлено 13 номеров, это более 150 участников. Конкурс получился очень ярким и зрелищным. Артистизм участников дополнялся пестрыми костюмами и замечательной музыкой. Выступление конкурсантов закончилось овациями зрителей и улыбками участников. Следующий тур конкурса состоится в Вязьме, а финал пройдет в Смоленске. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.